Самопомощь – это креативные, профессиональные, достойные люди, которые идут в политику с совершенно новой мотивацией. Хватит быть потребителем. Молодежь должна стать активным участником кардинального переустройства страны. Поэтому и вовлекают в эту серьезную работу молодых, честных, талантливых людей. Я верю, что все мы сможем построить процветающую европейскую страну Украину. Я голосую за самопомощь. Я голосую за будущее своего сына и своей страны.